кто не рискует, не пьет. Я же пью, не рискуя, к чаю положен мед, а мне твои поцелуи. Но кругом суета, банковские счета. Надеюсь, там где-то ад, все же дождался чуда. Все еще на ногах, чем бы себя ни пичкал. Просто менять людей, но так сложно менять привычки. Холод дует в окно и пробирается в дом. Время отнюдь не торт, но я останусь с тобой. Верни меня мысленно в этот день, где я так живя еще лучше в сон. Легко засыпаю под колыбель, в надежде на чудо, на Рождество. Держи мои ветры, что в голове, и сердце разбитое, как стекло. Ты будешь надеждой, только ты будешь надеждой, как та надежда на чудо, на Рождество. Ведь он так режет глаза, и только лишь в темноте я принимаю себя. Я выключу свет, ведь он так режет глаза, и только лишь в темноте я принимаю себя. Легко засыпаю под колыбель, в надежде на чудо, на Рождество. Держи мои ветры, что в голове, и сердце разбитое, как стекло. Ты будешь надеждой, только ты будешь надеждой, как та надежда на чудо, на Рождество. Понять или вспомнить, на что вот такая битовка похожа с такой ритмикой. Но что-то однозначно, мне кажется, из каких-то начал 2000-х, я не знаю, почему-то мне пришло на ум группа Краски, или нет, забыла как. Ну, что-то вот, солнышко в руках, вот что-то, вот не знаю, какие-то начала 2000-х, вот, наверное, скорее, или там конец 90-х, вот такого плана. Хотя, какое начало 2000-х? Нет, наверное, это 90-е. Но в такой, в современной, наверное, обработке, я бы так сказала. Ох. Единственное, мне, конечно, чуть-чуть прям резануло. Вот надежды, вот какая-то прям супер тавтология здесь. Как-то вот в конце припевчика. Ну, может, это уже, знаешь, придирки. Ты будешь надеждой, только ты будешь надеждой. Когда надежда на чудо, на Рождество. Не знаю. Вроде как бы и не режет сильно слух, да, потому что слово «надежда», оно вроде как-то такое очень, ну, мягко, в принципе, само по себе звучит, но тем не менее. Дождался чуда. Вот с каким-то таким, знаете, однозначно вот то, что... Зачастую треки бывают такие вот, если они даже звучат, допустим, если они исполняются в лиричном каком-то таком, в лиричной манере, но текстовка в себе таит какие-то позитивные, может быть, такие тенденции, я бы сказала. То есть, ну, зачастую такие, вот такой структуры треки. Здесь же вот про что в тексте, то есть, вот если в общем, совсем, в общем и целом, там, назовите, вот как вы характеризуете этот трек одним словом, да, там, я не знаю, то здесь прям вот правда, какой-то вот надежда. Двумя там, луч надежды. Вот здесь и так и звучит, понимаете, вот он, и не сказать, что прям супер минорный, но и не сказать, что какой-то, наоборот, мажорный и позитивный. Как-то это что-то между, но... Вот, не знаю, человек, какой-то образ такой, знаете, вот
вздыхающего такого, но при этом вот все же еще не потерявшего надежду, вот какого-то такого, такой лик идет. Не знаю, как еще объяснить, но мне кажется, вот этот вариант, это серии, когда и музыкально, и когда музыкально полностью отражается на текстовой составляющей. То есть вот не то, что одно другое дополняет, а вот, вот в общем и целом все, вот полноценная картинка сложилась, и ни про что здесь никаких, не знаю, отсылок нет и не идет. То есть каких-то вот таких рябений лишних, да, как вот какое-то слово крутится, какого-то шума нету здесь, как вот другие, допустим, может быть, треков может быть прослушано, не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Так, что скажете? Но в целом мне понравилось. Не сильно прям как-то умопомрачительно, да, за круговерчина, но мне очень приятно как-то. Как? Ну, и такой, да, вот грусть. Грусть, но она приятная, скорее. Подчеркивание, питерский рассвет. Так, говорит, «Осьминог над меня» достаточно необычный тречок. «Шоколадный торт, питерский рассвет». Вот такой еще трек нам прислали. Спасибо, Никитурс, за тречок. Хорошо. Да, напоминаю, ребята, что мы сегодня чуть-чуть сидим, там, начало первого, да, до начала первого где-то, надеюсь, все успеем послушать. Вот, что не успеем послушать, все перейдет на следующий эфирчик, и тогда обязательно послушаем. Так, что скажете по оценкам? Что делать, фисташку себе приделать? Привет, кто только или кто не только пришел к нам? Всем привет! Так. Ксена, ты представь, что сейчас звучала Гаскалья Милан? 6.